Так я за рулем. Да я следом за тобой. А я не вижу. Я что-то в РЛЕ уткнулся, поправки баллистические смотреть. Не вижу, что за мной там делается. Все, я полетел. Да выключи вообще трансляцию, зачем она здесь? Я сейчас выключу, чтобы коннект уже. Уже же понятно. Минаса. Я думаю, ты без Минасы переживешь. Бомбы, фюзеляж. Инстант. Сало. Так. Накручиваем 185. О, много 185. 85 это, блин, надо сиденье поднимать. Ага. Стало лучше.
Ну, ты, блин, сравнил. После А10, Саш, ну, знаешь, я думаю, что А2 кажется быстрым. Ты что-то так совсем отстал. Я так быстро лечу. С другой стороны, да, я быстро лечу, блин, 420 вложу. Уголочек дам. На бимбаун там. Жаль, что мы, конечно, очень с тобой миражик про это самое профукали. Ничего страшного. Я прекрасно понимаю, что покупать ты это все никогда не будешь. Не, ну почему? Что будет большая скидка и много денег. А большой скидки на него не будет, потому что это third party. Причем это очень, довольно новый фарт-факт. Но вообще так он не очень дорогой. Он, по-моему, дешевле, чем ВД-шка. Мне кажется, лучше какой-нибудь Синай купить. У тебя самолетов под Синай нет. У тебя та же проблема, у тебя под Синай только МиГ-21. Ну вот будет Фантом еще. МиГ-24. Ну вот, МиГ-24 у тебя еще нет. Тоже хочу. Ну он классный. Мне не особо он заходит. Потому что я не люблю вертолеты такие классические. Тебя жду. Чего мне тебя взаимодействовать, что-то на него нажал. А?
Я вижу только его высота, скорость, страна, группа, тип, задача. Нет, Киеве. А управлять я танком не могу. В смысле? На карте потыкал. В кого? В синий танк. Синий танк? Так, карта снята. Нет, с паузами сняты. Да, странно, у меня работало это. Это опция, может, нужна. Нет, нет, это у нас здесь же в этой миссии работало, только на других, на другой технике. Ну, у меня инса считает 1,2 мили 2 ППМ, сейчас я на 30 ППМ перейду. А, 3 ППМ это как раз, то есть 2 ППМ это у нас inbound, а 3 ППМ это, собственно, точка цели. 14 миль до нее, направление 3,5,0. Да, я могу просто ориентироваться по дыму, там что-то горит. А ты видишь, я не вижу. Я отсюда не вижу, у меня горы загораживают. Горы за гор дым поднимается. А, вижу, да, виднеется. По флагу еще можно ориентироваться, блядь. Я даже огонь не вижу. Ну ты выше меня сильно идешь. Как я успел так выше подняться? Минуса. А техника вражеская правее, да, дыма будет? Да, чутка правее. Дым большой, самое левое, это то, что там есть. Да. Я тогда левее дыма. Я пока отметки только корабли вижу. Вот появились отметки техники. А, метки вижу, корабли похожи. Меня уже от кораблей меня уже летит. А там что летит? Ну, пока здесь как бы пули. А, зенитные снаряды вам взрываются. Да-да, траектория пошла. Пока мимо. О! Ну я прилетел. Блин, ты быстро. Ну не надо туда так подходить. Опасно это. Мне так хорошо прилетело, что мне с левое крыло все нафиг оторвало. Че ты туда такого понаставил? Да ко мне от корабля прилетело. Я про тоже. Продолжает фигачить. Yeah.
центрир. В смысле центрировать? По дефолту поставил. Не помню. Как-то можно. А какая разница? Он просто сейчас упадет и все. Так, большая разница. Вместо рапучи кинул в тигр заводит разницу. Ну я корабль увидел в перекрестии, навелся на него. Пульнуло, оказалось. Вижу корабль, стреляю. Я запустился еще раз. Я не ты, я довольно быстро лететь тут недалеко. Конечно.
дымить, это не поставляет? Я на него успел бомбу сбросить, прежде чем он мне крыло оторвал. Он отстреливается все еще. Еще бы, у него где-то 2/3 хп. Еще. Я не очень точно положил, потому что я положил практически в момент того, как там... Ну, то есть я видел, что я уже умираю, и отцепил бомбу. Я взлетел. Сейчас пока ракеты смотрят в гору, не вперится, так? О, он их сбивает. Дурак он тебе, он жить хочет. Ну это, блин, корабль. Туда ПКР надо, блин. Ну, у нас 125Т есть, если честно. Да, у него пол хп еще нарисовано. Пол хп, да. На корабле это такая кнопка. А, 9. Ну он горит, но ему пофиг. Ну. Да, у меня такая дырень, парка. Слушай, я положил в него 4 250-килограммовых бомбы. И самолет. Ладно, самолет в паре метров, но смысл в том. Охренеть, и ты его до сих пор нет. Оставь его в покое. Постреляй мэвериками по наземке. Мне там нужно среди этого, блин, бардака найти зенитку. А зачем? Или там нет зенитки. Там есть зенитки, ну, и не одна. Корабль-то больше опасность представляет. Ну, так ты танки постреляй с гор. С гор они, с гор тебя корабль не достанет, с гор постреляй, танки дальность позволяет. Сейчас прыгаем.
Тут я. На колесах. Это зенитка, что ли? Или просто пушка? А, пушка, пушка это с бофов с 40 миллиметров. А, там две зовут, зенит. Да? То есть это зенитка крупнокалиберная. Угу. Такая, которая шрапнелью на высоте называется. Нет. Меньше радиуса. Я уже на боевом даже. Видишь, он дымит сильнее стал, толк. Никакого. Что они у меня не сошли? Что я сделал не так? Я знаю, что я сделал не так. Я вообще на этот... А, ну теперь они сошли. Прекрасно. Куда? А теперь они куда у меня уйдут? В космос? Угу. Ладно. То есть их надо было выравнивать. Окей. О, вон они все в море упали. Ну да, я потому что уже пошел его, когда они от меня сошли с этого.
Altitude. Попало в меня, что ли? Ладно, попробуем еще раз. Я как бы в море буду получен. Я то ли у меня двигатель подло. А, ты не тут еще. Как странно. Да вообще не знаю. Что-то я сегодня вообще не знаю. Безнадежный какой-то. Рапучий, я на самом деле. Испугался. Че? Рапучий испугался, блин. Да вообще не говорю. Сегодня абсолютно безнадежный. Что тебе ты с бомбой можешь повыше подняться? Это долго пробежишь. Скоростные характеристики. У меня только тебе хорошо, ты можешь. У меня все таблицы на 4000 футов заканчиваются. Да. У меня же вычислители-то нет? Это вообще чудо, что я в него в первый раз попал. На глазок? Ну как на глазок? Я пытался осуществить заход, но я его осуществил, только я помер при этом. Так, там есть таблички, типа, поставь превышение на прицеле минус 170, лети со скоростью 430 узлов, с тангажом минус 20 градусов, нажми кнопку на проходе там 3000 футов. Угу. Они примерно туда попадут. Понимаешь, они, конечно, туда попали. Только благодаря этому он у нас вообще хоть как-то поврежден.
Но... Ну, мне он оторвал крыло. Ну, с таким именем не удивительно. Я бы тоже был злым, если бы меня так звали. Интересно, какая у него фамилия. Думаете, вот третий мираж уже. Окошенный. Там реально какой-то замок стоит. Ну да. Еще один раз Да, ты попал, блин. Не, ну попасть-то не попал, я как жил, так и не пол ап, пол ап. Ты понимаешь, что там три на подходе таких? Посмотри на север, как говорится. Что мы с ним делали? Ну, я их просто уберу нафиг. Потому что у нас просто столько человек нет, чтобы такой флот. У нас и оружие, походу, такое. Altitude, altitude. Тут ПКР нужны нормальные, а у нас кто? Су-25Т, может? Ну, у него как-то что-то противокорабельное есть, у него модификация на 58-х, наверное, противокорабельная. Слушай, ну он 58-й по нему может отправить, он же радиолокационный. Он же светит. У него еще, смотри, я потратил на него две. Я, кстати, тебя вижу, походу. Если попробую две тяжелых, думаю. А, нет, я не тебя вижу. Слушай, все печально. Я вижу. Я вижу подлетающие тайгеры с системой. А у меня тоже. Я не брал, у меня только воздух поверхность с собой. Хотя у меня два пилона есть, были бы свободных, но у меня маджиков нету с собой. Ну, мы будем надеяться, что они нас не увидят. МК-84 это тяжелый один. Ну, это, по-моему, 2000 фунтовый. У меня две штуки. Ну да, это 2000 фунтовые. Это ГБУхи, без ГБУхи, да. Большие. Большие ГБУхи, не маленькие, а большие ГБУхи. То есть, что ГБУхи делаются. Угу. Не пойму, я слышал, что на меня попало, но не вижу повреждений.
Может, просто разорвало рядом где? Я подхожу. Я, конечно, попытаюсь, но это еще раз положить. Если я не кончусь, как в прошлый раз. Получается идти 500 узлов на высоте 4000 с тангажом минус 20. Яхмуха. 500 узлов, блин. Блин, эти корабли, если идут, то они еще далеко. Там три рабочих. Да. И еще что-то, да. Там много такое. Да, фрегат. Он красивый. Попал, но попал мало. Еще бы. Бум. Бум. Yeah.
я ему ничего не могу сделать. То есть я, конечно, в него выстрелил, я в него попал. Но мне сказало, что как бы как было 62, так и осталось. Красный. То есть он мне засчитал повреждения, но при этом это бронебойный РС. Это бомбу не надо, конечно, делать. А, желательно управляемые, да? Да. Да, это вообще бессмысленно. 62 было, 64 стало. Я выпустил весь всю кассету в нём. То есть... Что предлагаешь? Будем продолжать? Что? Продолжать беру, будем, это ничего не... Да нет, я просто это поменяю сейчас. Это дичь.